Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы будем продолжать проходить крутую карту про ютуберов, и также будем продолжать их угадывать. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Как обычно, друзья, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем набрать, тем больше видео мы будем продолжать записывать вот таким составом. И также не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки всегда есть на всех в описании. И не забывайте писать положительные комментарии, мы читаем все комментарии, на самые интересные отвечаем. Приятного вам просмотра. Итак, значит, ребята, вы помните, нам в комментариях писали подписчики, что вышла вторая карта? Я помню. И писали, что мы там есть, пацаны, так что... Вот и это спойлер, да, такой? Понятно. Мне писали. Мы его потеряли. Так, я снова здесь с вами. Давайте, начинаем, давайте быстро начинаем. Да. Только знаете что, давайте будем советоваться, не как в предыдущий раз бежать просто. А кстати, пацаны, будем ставить спаунпоинт, чтобы не проходить это все заново? А может не будем, чтобы его попозже? Слушай меня внимательно. Слушай, Игоря. Было, по правилам можно ставить спаунпоинт. Значит, я понимаю, да. что можно, но, блин... Игорь главный, Жека, мы его слушаем. Мне кажется, мы просто быстро пройдем. Ну, посмотрим. Первый, советуемся, Спайк. Все согласны? Согласен. А Фанни это точно так. Это Зога, мне кажется, да, давайте дальше. Это Семченко. Это Семченко, да, согласен. Это хрен знает кто. Да, мне кажется, Дендриус, давайте попробуем. Давайте. Да. Ну, в принципе, о, даже я тут есть, смотрите. Эдисон, подождите, какой? Это Дилерон. Это Дилерон. Да, это я не знаю. Это Влад Насилистис. Да. Тис-тис-тис. Это кто вообще такой? Герон Крафт какой-то есть? Не знаю, пацан, не знаю. Это вроде Маузер, нет? Мне кажется, это не Герон Крафт, у него там... Давай попробуешь, что ли? Давайте Маузера. Да, угадал, да? Что, да. Так, следующий. Это как Дилерон, только... Ой, я знаю, кто это. Это Куба, пацан, смотрите. Да? Я не знаю, кто это, честно. Так, это кто? Это Линкольн. Это наверное, пацаны. Это Неку. Это Линкольн. Так, а че, это Дентедем, Жек. Похож. Ой, я знаю этого программера. Я не знаю. О, нифига себе. Программер. Игорь вообще умный у нас. Ну это просто изи карта, ребята. Мы ставим всех ютуберов. Пацаны, это или Смейл, или Ял. Ну почему-то мне кажется Ял. Нет, Смейл. Мне кажется, это Смейл. Смейл. Да, это Смейл. Да, это Смейл. Ну, это понятно. Это понятно. Это Ферамир в вершин номер 2. Ну так, давайте называть его. Подожди, кто это? Не знаю, пацаны, но мне кажется, креветку. Креветка стайл какой-то. Почему-то мне кажется. Это 100% не Кейн. Это 100%. Это креветка. Да. Это Аид. Это Аид 100%. Вы можете не синхронно разговаривать. У меня в голове шумы. Пацаны, это не знаю. Это не знаю. Даже боюсь. Давайте. Или не будем. Это... Не, не будем, давайте без спаунпоинтов пойдем. Вот я... Давайте будем выбирать. Я даю свой... Давайте. Я ставлю на мистер Смайл Год. Вот этого. Кто на кого давайте ставит? Давайте без спаунпоинтов будем проходить. Хорошо. Вообще-то. Алло, я спаунпоинтов. Я ставлю на вот этого. Кто на кого? А я ставлю на Ника. А если вы пройдете, то я не умру? Мне кажется, нет. Давайте вы первые. А я потом... Давай. Твою мать! Красава. А я уже тут, ребят, телепортируйтесь. А, прошел, значит, зараза. Да. Так. Вот смотри, видите, кто здесь читер? Я говорю, это Ник. Твою мать! Знаешь, что это логит. Да, так. Это Стинт, мне кажется. Да, это Стинт, это Стинт. Ну, это... Р, да. Это он. Это... 50 тупиков, если что, ребят, так что это давайте мы будем... Рис? Нет. Не-не-не-не. Это Тюрфис, это Тюрфис. Да. Так, это кто? 100%. А, нет, это Псюк... Я не знаю. Попробуй. Это не ложка. Это не ложка 100%. Псюкюкен, я прочитал. А я думаю, это Бартоломео, не знаю почему. Нет. Псюкюкен. Так. Вы понимаете, я не знаю этих людей, я абсолютно. У него есть какой-то капюшон и 100% клетчатый скин. Я быть... знаю, это точно не Арамба. Или, я не знаю, либо Фларпс, либо Залерман. Понятно. Попробуй. Твою мать, сейчас это все заново проходить? Да вы это же Локинс, Локинс. Потом Стинт. Да подождите меня, вашу мать! Портел, а потом, кто это? Это Турфис. Это Турфис, это... Вот. Это мы выбрали Пуп. Да. Средний. Это кто? А какого выбрали? Флада, вот этот. Да нет, даже... Ты что, не Арамба, алло. Так это я не Арамба выбрал, я выбрал левого. Это я был. Здрасте. Я тебе говорю, что это точно не Арамба, я знаю его скин. Твою мать.
Вот, вот это. Вот. Так. Кто это может быть? Кто это может быть, пацаны? Я даже не знаю. Пацаны, ну не знаю. Я даже не знаю. Я тоже не знаю. Так, это. Кто знает антигриферов, пацаны? Пацаны, я не предл. Фиг его знает. Я думаю, это вот этот. Нет. А чё, все умирают? Да. Твою мать. Понимаешь, как бы команда. А если ошибаются, умирают все. У нас уже 6 ошибок, пацаны, мне кажется, это уже двойка. Какая двойка? Давай, так, аккуратнее. Так, ну значит, это Фрутик. Так, это, ну, я даже не знаю, мне кажется, это Ванюшка, наверное. Так, это, вот этот, я знаю, кто это. Это Кактус. Пацан с ником Кактус и скин Кактус. Прикиньте, да, есть на Ютубе человек с ником Кактус. Мне кажется, это Легола, нет, это, нет. Я не знаю, пацан. Твою мать! Леголас! Леголас! Вот говорю, вот вы вообще не советуете себя-то, знаю Леголаса. Да? А чё ты молчал? Так, блин, да потому что ты пас... побежал нафиг! Сюда, давай не будем друг друга перебивать, а то чё-то как-то... Да, я же... сам всех перебивает и говорит, не гляньте никого не перебивать. Что-то как бы тут это самое. Как? Кто это? Это Леголас, да? Да, это Леголас. Пацаны, я не знаю, кто это, но мне кажется, это вот этот, пробегаем быстро. Стоп. Вот так, побежали. А, не знаю. Не знаю, какой... Пустой уровень какой-то, пустой. Это... Так, Хэппилайн, наверное. Хэппилайн. Какой-то педик, мне кажется, но... Да, это вот этот педик какой-то. Так, ладно. Здравствуйте. Еще какой-то дебил, но это, наверное, вот этот. О, это Юджин. Это Юджин, да? А, это кто? Это... Багер. Это Мистик. Это... Да, это Мистик. А это кто? Так. Кто? Да. А это Фрустбол. Не знаю, пацаны, не знаю. А может, это вообще, что это? Может, ты нас подождешь, не будешь так бежать? Да, может, даже не сюда посмотреть. Может, пацан с шапкой свинюшки, наверное, будет свинплеем, как думаешь? Или Пиггикрафт, там даже Пиггикрафт есть тоже. Я не знаю. Асян, нет, Адфани. Нет, Адфани, он даже неправильно написан. Я даю на Пиггикрафта. Твою мать! Я же говорил свинкрафт! А, господи. 8 ошибок, пацаны, мне кажется, мы провалили. Да, мне кажется, что-то все как-то мы плохо, печально. В прошлый раз было как-то легче, но здесь как-то ютуберы посложнее начали. Да, понимаете? Да. И, в так, принципе, их же тут больше, их же тут в 2 раза больше, чем предыдущей части вот этой. 50 штук здесь, да, было там 50. Не знаю, там было 25 тут... или 30. Это Леголас, это... У нас никто. Это никто, это Юник, это какой-то педик, это какой-то дебил. Сейчас снимаем лицо. Скричите за головешек, да. Так, это Мистик, да, у нас был? Да, это... Так, это... Вот тут кто у нас был? Это Фростбол, да? Это Фростбол. Да, это Фростбол, вот это Свинплей, мне кажется. Да, это Свинплей, больше... Так, я ещё раз пытаюсь Паунпойн, чтобы нам заново сегодня... Это Пампкин. Как нет? Не Пампкин. Пацан с башкой тыквы, это не... Это Закермен. Вы издеваетесь? Да то не тыква. Это наверное Хэппилайн, сразу видно. Это какой-то... Йоу! Это Хэппилайн. За мудаки какие-то, ладно. Это Сатопресс, наверное. Так, кто это такой? Это не Ял и не Кейн. Это Псай. Стой, это реально Псай. Ну, значит, вот этот чувак. Оп, Гангнам Стайл. Оп. Так, это Тирасир 100%. Тирасир, да, мы этого не знаем. Это Джокер какой. Пацаны, я не знаю. Это Морпех. Так, ладно. Это у нас Чипатун. Это Флэк Джи Кей 100%. Это... Он похож на какого-то этого, знаете? Он вроде был в предыдущей серии. Это Фьюзит, мне кажется. Рамон вроде. Мне кажется, это Фьюзит. Ну, пробуй. Давай, Паунпойн. Так, угадал. Это Гробница Ра. Да. Это Дэнш... Нет. Дэншмальц, да? верно. Это Демастер, и Дэн вот Шмальц. Это... Не знаю, пацаны. Подождите. Это... Тигр! Ты мой тигр! Йоу! Молодец, Шэдоу Присток! А почему... Какой Шэдоу Присток? Ты чё? Да? Игорь, бьём его! Я тут всё прошёл, ля-ля-ля! Твою мать! Этот, значит... Хозяин горы. Так, и, собственно, наверное, на этом мы закончим тогда, да? Да, ребята, если вы хотите больше продолжения вот таких крутых карт, то ставьте лайки. Чем больше лайков наберем, тем больше будем снимать вот такие крутые карты. И также не забывайте подписываться на наш канал, все ссылочки есть в описании. Да, и, ребята, не забывайте писать ваши идеи для новых серий в комментариях. Мы читаем абсолютно все комментарии, и на самые интересные под каждым роликом мы отвечаем.
Да. Всем удачи, всем пока. Всем пока. Всем пока, ребята.